краска, которая попадает. С точки зрения вреда здоровью, я против какого-то насилия над природой, что не входит в природу человека, то есть закрасить кожу, да, какими-то красителями, значит, ухудшить обмен веществ в этой части тела, проколоть, да, как бы какое-то инородное тело вставить в организм, тоже это только может ухудшить то, что уже создала природа. Не раз меня вот шокировала, не побоюсь этого слова, ситуация, когда просишь, чаще это молодые девушки, пациентку, открыть рот, да, у нее жалобы на боли в горле, и видит, что там брошка или там какой-то пирсинг на языке. Штанга бывает там. Угу. Разум. Что есть специальные об этом поговорим. Специальности врачи, которые лечат болезни горла, болезни ротовой полости, и создавать там еще какое-то народное тело, за которое будет цепляться пища, например, там она нить, извините за такое слово, и создавать источник инфекции, который может спускаться ниже потом, в дыхательные пути и создавать просто болезни.